Всем привет! Меня зовут Юлия, и мы продолжаем уроки по вязанию для детей. Напомню, что мы с вами вяжем маленький образец, который будет прототипом вашего будущего пледа или ковра. Представляете? Настоящий плед или ковер. И нужно для этого всего ничего научиться вязать пару петель и больше ничего. Итак, мы умеем делать начальную цепочку петель, Умеем провязывать обычные петли, вводя крючок за обе петли, да, за обе дольки. Можем делать вот такой вот узор. Он получается, когда мы вводим крючок только за дальнюю петлю каждого столбика. Можем делать такое полосатое полотно, используя контрастные цвета. Вот мы с вами в прошлый раз провязали один раз серый, другой молочный. Дальше я уже провязала эти ряды самостоятельно. Это было наше с вами домашнее задание, чтобы посмотреть, какая полосатость у меня получится. Мне очень понравилось. Крайние две петли с начала ряда и с конца мы провязываем, вводя крючок под обе петли каждого столбика. Вот так. Таким образом у нас получаются такие вот полоски, кромочные. Чему мы будем учиться на шестом уровне. На этом уровне мы изучим еще один столбик, который нам нужен для вязания узоров. Все, когда мы изучим этот столбик, когда мы научимся его вязать, больше нам уже ничего не понадобится. Дальше мы с вами будем уже изучать сами узоры. Итак, берем серый цвет. Именно серым цветом мы сейчас будем вязать наш новый ряд. И будем изучать еще один столбик. Первые две петли мы вяжем как обычно. Все это мы с вами уже умеем. Вы можете делать гораздо медленнее, чем я. И это нормально, потому что вы только учитесь. Все придет с опытом. И теперь, кстати, может быть, вы заметили вот это прекрасное кольцо у меня на пальце не вот это, а вот это. В прошлые разы его не было. Сейчас вы узнаете, зачем оно нужно. Ну, не прямо сейчас, а где-то минуты через две. Итак, что мы делаем теперь? Помните, как раньше мы с вами вязали эти петли? Мы вводили крючок в дальнюю вот такую петлю и провязывали столбик. Вот мы сейчас его провяжем. А следующий столбик мы провяжем по-другому. Мы не будем вводить крючок вот сюда, нет, мы будем вводить крючок на ряд ниже. Давайте посмотрим, куда именно. Вот у нас наша белая петля да, молочного цвета, куда бы мы сейчас вводили крючок. Мы спускаемся на ступеньку ниже и видим вот здесь вот такую вот серую полоску. Вот она. Это серая полоска, образованная в предыдущем ряду. Вот она здесь уже вторая по счету на самом деле. Первая, вот она. То есть вот мы в, противоположном, в предыдущем ряду провязали здесь два сначала столбика. И потом начали вязать центральные петли. Первая петля, вот вторая петля. Эта вторая петля находится ровно под нашим вот этим вот столбиком, который мы сейчас собирались провязывать. Итак, что мы будем делать? Мы делаем накид. Что такое накид? Это очень просто. Придерживаем пальцем петлю на крючке и делаем такое движение снизу вверх. Опа! Давайте еще раз. Придерживаем петлю на крючке и снизу вверх ныряем под нить. Поднырнули. Почему он называется накид? Потому что нитка вот так вот накидывается на крючок. Теперь надо ухитриться пальцем придерживать обе эти нити. И петлю, и та, что накинута. То есть я вот так их соединяю вместе, так пам, и придерживаю пальцем. Что я делаю теперь? Ввожу крючок, вот наша вот эта вот вторая полосочка, не вот эта, потому что вот эта первая полоска, она находится под первым столбиком, который мы уже провязали, видите, вот он. Нам нужна вот эта вторая. Я вот так Завожу крючок снизу вверх. Вот так. Под вот эту вот полоску. Смотрите, что у меня на крючке. Та петля, которая была. Накид. И теперь вот эта вот полоска у меня тоже на крючке. Снова ныряю под нитку и протягиваю ее только через вот эту вот полоску. Опа. Вот такая у меня пока конструкция. Видите, я вот так вот вытяну наверх, вот, чтобы как бы дотянуть до нашего ряда верхнего. И теперь начинаю провязывать. Опять захватываю нить и протягиваю через первые две. У меня на крючке две петли осталось. И опять протягиваю нить, протягиваю, опять захватываю нить и протягиваю через оставшиеся две. Смотрите, что мы тут наворотили. Значит, вот у нас две крайних петли. Вот у нас одна петля, провязанная как обычно за дальнюю стенку. Видите, вот наша галочка вот эта вот. А что же дальше? А дальше у нас идет такая вот полоска целая. Как бы нам ее назвать? Ну, назовем ее длинный столбик. Это у нас короткий столбик, а это у нас длинный столбик. Видите, что получилось? Этот длинный столбик соединил у нас серый цвет с этим серым цветом. То есть он прочертил такую вот вертикальную линию. Что здесь важно? Важно понимать следующее, что когда мы провязали такой длинный столбик, мы закрыли таким образом нашу вот эту вот молочную петлю. И все, она у нас скрыта за ним, мы больше ее не трогаем, мы про нее забываем, как будто ее и не было. То есть мы ее таким образом перекрыли. Все, забыли. То есть дальше мы продолжаем вязать вот с этой петли, со следующей. Давайте в эту следующую петлю провяжем как обычно наш маленький столбик, короткий. То есть вот у нас короткий столбик, длинный, снова короткий. Давайте следующий опять провяжем длинный. Разберемся, куда же его провязывать. Этот длинный у нас провязан был в эту полоску. Дальше у нас короткий столбик. Под ним осталась свободно своя полоска, и пусть она живет спокойно. Переходим к следующему столбику. Вот он. Какая полоска находится строго под ним? вот это. Вот она. Значит, в нее мы и будем сейчас провязывать. А эта петля у нас закроется, и мы про нее забудем. Давайте попробуем сделать так, как договорились. Итак, придерживаем пальцем петлю, которая на крючке. Ныряем под нитку. Нырнули. Немножко их так присоединяем друг к другу. Придерживаем пальцем. Идем нырять под нашу полоску. Вот она. Снизу вверх. Нырнули. Захватываем рабочую нить и протягиваем через эту полоску. Вот здесь вот важно, мы так раз и чуть вытягиваем нить, чтобы оказаться вновь наверху. Если мы ее не вытянем, то вот это наше вертикальное будущее, вертикальный будущий столбик, он будет таким очень недостаточно высоким. Немножко будет стянутым. Поэтому мы так вот вытягиваемся, чтобы вернуться на наш этаж. И дальше провязываем первые две петли и оставшиеся две петли. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Во-первых, вот смотрите, вот эта почему-то полоска, она выше стала, чем предыдущая. Но на самом деле это все выравнивается постепенно. Конечно, они могут быть действительно разной длины. Если вы будете то вытягивать сильно нить, то наоборот ее не вытягивать, они будут немножко разной высоты. Но это все скорректируется в процессе, потому что, как мы с вами помним, чем больше вы вяжете, тем больше вы привыкаете и получаются петли одинаковыми и ровными. Постепенно. Все постепенно. Итак, посмотрим. Значит, вот у нас предыдущий наш длинный. Да? Вот дальше у нас короткий столбик. Под ним осталась вот эта короткая полоска. И следующий у нас опять длинный. Все правильно. Еще себя проконтролируем, что между длинными у нас и здесь короткая, короткий столбик, и здесь вот осталась свободная, короткая вот эта наша полоска. Для чего такой контроль? чтобы мы с вами случайно не провязали длинный, например, вот сюда. Тогда он будет не прямым, а таким скошенным. Возможно, для некоторых узоров это понадобится, но не пока, но не сейчас. Так, что будем делать дальше? Дальше проверяем себя. Вот мы закрываем вот эту петлю, забываем про нее. И следующую вяжем, как обычно, коротким столбиком. Ну и давайте еще одну постав... оставшуюся последнюю тоже провяжем коротким. И еще у нас тут две наших крайних петли, которые мы провязываем за обе петли. Итак, что мы имеем? Проверяем. Количество петель проверяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Все так. То есть у нас появились другие столбики на полотне, у нас появился другой рисунок, но количество петель должно быть тем же самым. Как было 10, так и остаться должно здесь 10. Почему? Потому что мы в тех местах, где провязали длинные столбики, пропустили те петли, которые у нас были молочного цвета. Поэтому у нас ничего не увеличилось. Все так, как должно быть. Сейчас будет самое интересное. Я вам продемонстрирую работу моего волшебного кольца. Смотрите-ка. Я его использую вместо ножниц. Опа. Очень удобно. И безопаснее, чем ножницы, кстати. Это называется швейное кольцо. Продается в магазинах. Итак, готово. Вот у нас получился ряд с новыми столбиками. Что мы делаем дальше? Во-первых, мы тренируем эти столбики. То есть провяжите ряд, можно его распустить, потом провязать еще раз. Каждый раз контролируем количество петель, чтобы оно было тем же самым. Контролируем, чтобы вы провязали эти длинные столбики в нужные полоски, да? не в, не в какие-нибудь соседние, а именно в нужные чтобы между этими столбиками была одна у нас свободная вот такая вот полоска. И здесь, чтобы был один свободный маленький столбик. Тренируемся, пробуем. В свое время, чтобы у меня получились такие ровные столбики, мне понадобилось много провязать, рядов 10 как минимум. Поэтому провязали не получилось, распустили, провязали еще раз. До тех пор, пока вы четко не будете видеть, куда нужно провязывать эти длинные столбики. Помните, что видео можно посмотреть в очень медленном режиме, на медленной скорости, чтобы четко было видно, куда именно вводить крючок. И когда у вас будет уже получаться это легко и просто, переходим к следующему уровню, где я вас буду ждать. Приятного вязания, привет родителям и пока-пока.